Есть лучшее в учебе, творчестве, науке, спорте, а есть те, чье призвание – волонтер. Помогать тем, кто в этом нуждается, студентка университета имени Пушкина Елизавета Пашкевич начала еще со школьной скамьи, готова в любую минуту оторваться от собственных повседневных забот, чтобы быть полезной людям. Лиза убеждена, за волонтерским движением будущее района, города и страны. Любимое занятие девушки – проводить время с ребятами из детского социального приюта Бреста. Видеть вот этих детей-сирот, детей-инвалидов, но когда ты помогаешь им, привязываешься даже, возможно, это очень приятно. И даже до слез доходит, когда, допустим, дети из социального приюта уходят. И, ну, конечно же, печально с ними прощаться. Мы делаем это безвозмездно, помогаем просто за спасибо. И для нас это смысл жизни. Помогать. Волонтерская политика – одно из приоритетных направлений в деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня в объединениях «Доброе сердце» и «Мкнение» насчитывается более 800 добровольцев. Активисты помогают детям с ограниченными возможностями, пациентам больницы, хосписа, детям, лишенным попечения родителей, оказывают помощь инвалидам и тяжелобольным, ветеранам, одиноким людям пожилого возраста, принимают активное участие в социально значимых проектах и жизни города. Это та основа, которая создает нормальный потенциал для развития общества. Общество, гражданское общество, которое не безразлично к проблемам окружающих, которое способно не только словом, но и делом решать общее для нас всех проблемы. Вообще волонтеры Союза молодежи не любят много говорить о себе и своей работе. Предпочитают делать реальные дела во благо того, кто рядом. Между тем, ряды активистов постоянно пополняются. Двери БРСМ всегда открыты для тех, кому не все равно.